А вот я к чему это говорю? Потому что вот бывают хиты, и вот кажется, они прям хиты-хиты, и лучше не может быть. Да. Я к чему? К Бутузову говорю, к «Я хочу быть с тобой». Угу. Вы та девушка, которая умудрились петь эту песню лучше, чем она была в оригинале. И есть вообще целая категория артистов мировых, которые перепевают вещи, и они становятся лучше, чем в оригинале. Вот Род Стюарт, он вот силен тем, что вот он каверы, каверы, да. Вот мне кажется, что вы такая девушка кавер. Потому как вы сделали «Я хочу быть с тобой», это сумасшедшая абсолютно вещь. Вы не думали сделать какой-нибудь такой альбом? Конечно, нет. Его можно выпустить, но я не считаю, что это альбом какой-то революции в самой себе, да, то есть исполнять каверы. Но вы же совершенно какие-то другие пласты умудрились, есть тексты Кормильцева, это ведь Кормильцев наверняка. Конечно, текст, а да. не Славы. Причем... Из музыки Славы. Вы умудрились там вот совершенно какие-то поднять новые пласты, и это было потрясающе. Это было не пение, это какая-то была вот такая работа. Или это какой-то был прорыв, потому что это вот какое-то вскрытие было того, что было заложено, значит, в этой песне. Ну, вам не хочется в этом направлении работать? Ну вот я и говорю, что этот посыл важен, я не спорю с вами ничуть. У меня ну, вы же восточная девушка, конечно, вы нами манипулируете, вы с нами не спорите. Ни в коем случае, во мне не так его много, по-моему. Но мне важно, чтобы это были песни на русском языке. То есть я хочу... А почему не на английском? Зачем? Боже мой, сколько англоязычных певцов, и причем я сама не англоязычная, по сути, то есть мне гораздо ближе язык русский, да, по выбору, хотя сейчас вот подойду к теме альбома английского, и, может быть, я чувствую гораздо лучше, естественно, русский язык, да, и сама подача, вот этот посыл, то, что присутствует, это, конечно, нужно использовать, потому что не всегда так может быть. И в данном случае, конечно, было бы круто включить вот именно эти песни «Я хочу быть с тобой» или тот же романс, который вот я исполняла, который уже много лет не исполнялся, и вот, как мне кажется, хорошая песня. Таких песен немало, я думаю, их нужно просто найти. Найти их, свершить, и пусть они летят дальше как бы в своем пути, пусть они существуют, потому что это важно. У этих песен затрагивающий текст. А это в жизни то самое главное, что порой нам не хватает. Поэтому я обязательно это сделаю. Это альбом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».